Всем привет! 13 августа, понедельник. Пришла домой с работы. Время 15:15. На улице 22 градуса с половиной. Так, что я хотела сказать? Все-таки я купила себе кое-что. Сейчас покажу. Вот. Все-таки купила я себе вот эти вот блестящие кроссовки. Ну, что-то они не очень сильно блестят, кстати. А вот в магазине они прям переливались всеми цветами радуги. Почему они не так сильно блестят на дневной свет? Ну, ничего так симпатичные. Я даже не знаю, что это. Больше похоже на кроссовки, чем на кеды. Кеды немножко другие. Там эта подошва такая вот. Что-то в магазине вот эта сеточка сильнее блестела. Прям такими звездочками разноцветными. А сейчас я смотрю, что-то как-то не очень блестит. Ну, серебристая, конечно, красиво. Так, шнурки серебристые, сеточка серебристая. Ну да, вот блестит. Мне кажется, на солнце будет блестеть еще больше. Они прям... Вот эта сеточка, она прям переливается такими разноцветными звездочками. Но мне кажется, это на солнце будет лучше блестеть. У меня часы тоже вот они. Вроде как стекляшки, а на солнце переливаются, дай Боже. Филимон, и ты здесь? Филя. Ну вот без тебя здесь никак не обойтись. Филимон. Филимон. Филюшка. Кот пришел. Кот ко мне пришел. Филюша. Ну, я окно не буду открывать, ты же свалишься у меня туда. Он с той стороны там приоткрыто. Филюшка, сейчас мы с тобой будем кушать. Тоже пришла с работы, голодная, как волк. Сейчас мы с тобой будем кушать. Что-нибудь поедим. Филюшка, о, хороший кот. Филимон. Ну вот, кот ходит по столу, как будто так и надо. Все проверит, все коробочки, все посылочки. Это у меня прям это, какой-то необыкновенный кот-то. Или все коты любят по коробкам лазить и по столам. Особенно, когда им разрешают, да, Филимон? Никто тебе не гоняет? Так, ладно, сиди пока на окне. Так, ну ладно. В общем, нормальные кеды, мой размер. Эти кеды или кроссовки. Вот, кстати, чуть-чуть написано. Вот, что купила-то. Ладно, я сама ничего не вижу без очков. Что смотреть-то? Господи, в чеке вообще написано ботинки женские. Ну, очень неважно. Ладно, купила и купила. Конечно, это не натуральная кожа. Но, ну, сколько проносится, похожу. Так. Да, в общем-то, ничего. Вот если
на солнце, то будет получше, наверное, блестеть. А так что-то как-то не очень. Ну ладно, купила и купила. Похожу пока, сколько там. Там еще какие-то были. Были типа моих вчерашних как мокасины, такие дырчатые там еще были, как тапочки. Может быть, можно, надо было те купить. Но они какие-то слишком простые. Мне кажется, эти лучше смотрятся. Нормально они смотрятся. Вот если лампу включить на свет. Поставить сюда. Так, о! Я же говорю, что на свет они будут блестеть и переливаться. На свет лучше, на солнце. На яркий свет. На солнце они будут сверкать просто. Я не знаю, телефон не передает, наверное. Телефон не очень передает. Но вот на свет они вообще сверкают, переливаются. Так ярко-ярко, как снег зимой. Не красивые. Нет, телефон, конечно, вот эта камера не передает вот этого всего блеска. На самом деле прям сильно сверкает, переливается. На солнце вообще будет обалденно. Так, ладно, всем пока-пока. С работы пришла, надо покушать, под душ. Вся в мыле, хотя на улице вроде не жарко, 23 градуса. Как бы не забыть, что я завтра во вторую смену вроде бы, если мне никто не позвонит. Я пока в свою смену встала. На терминале там другой человек работает. С отпуска там вышла женщина. Она будет на терминале в ближайшие 3 дня. А я буду в свою смену работать. Да, как-то так получается, что я буду в свою смену. А в пятницу я с утра на терминале, так получается. 3 на 3 мы в пятницу работаем. Ну и хорошо, что я в пятницу. И как раз четверг я вечер, предпоследний день перед отпуском. В пятницу с утра отработаю в отпуск. В субботу буду собираться, в воскресенье тоже. В воскресенье вечером у меня поезд. В основном буду в субботу-воскресенье собираться. Ну, там надо будет. Ну, сумку одну возьму. Такая у меня есть с ручкой на колесе, с колесиками даже. Там колесики сбоку и ручка выдвигается. Такая новая сумка у меня удобная. Вот, наверное, возьму эту сумку. Маленькую сумочку возьму. Ну, там документы, деньги носить. И вот не знаю, брать ли мне рюкзак. С одной стороны, с рюкзаком удобно. Вот будет там удобно с рюкзаком ходить. Но я что-то не хочу его брать. Даже не знаю. Наверное, не буду я рюкзак брать. Он, конечно, удобный. На спину кинул и все. Вот там ездить по гостям. Может быть, другую сумку возьму вместо рюкзака, такую складную. Вот там за продуктами ходить. Можно вообще с пакетиками нафиг таскаться, с сумками с этими. 10 сумок. Так, ну ладно, разберусь. В субботу что-нибудь покушать куплю в дорогу. Ну тоже ехать-то меньше суток. Вечером есть не буду уже перед сном. Только утром поесть в обед. Ну, то есть весь день ехать до вечера. Ну да, там раза в 3 можно поесть. Тем более я приеду поздно. Заселюсь в отель. Ну, в этот гостиницу заселюсь где-то в 7 вечера, 7:30. Ну, может быть, еще в магазин сбегаю ближайший за продуктами сразу. Там рядом. Ну, чтобы у меня там тоже в холодильнике, ну, все было. Ну, сок там,
квас, молоко, не знаю, что я там куплю, посмотрю, что-нибудь поесть куплю. Ну, чтобы у меня там хоть что-то было в холодильнике. А то с утра проснешься хоть. Не знаю, будет ли там чайник хотя бы или кулер с горячей водой. Если уж не в номере, то хотя бы на этаже где-нибудь. Не знаю, гостиница старая, какие там условия, неизвестно. Там ни разу не была. Вот, побываю теперь. Ладно, всем пока.